bend you like it's Honda shit. I don't give a fuck unless you're talking with the money clips. Мы завтра с Дерубин встречаем, точно. Завтра с ней тиктоки записываем. Мы еще как бы друг друга не очень узнали, вот, поэтому мы хотим сначала тиктоки записать. Вот, она очень классная девочка, мне очень она понравилась, я не знаю, она такая хорошенькая, такая открытая, такая добрая, такая тая, я не знаю, с ней очень легко разговаривать. Тем более, вот, я человек с деревни, и мне нужно как бы, знаешь, по-свойски вот общаться. То есть, я знаю девочек из РЛ многих, да, которые, вот, знаешь, как-то, у них какой-то свой сленг, блядь, они как-то по-другому совершенно общаются. Вот я не умею, наверное. Вот, например, Амина со всеми умеет общаться на своем сленге, да? То есть, я не могу, мне сложно. Вот. Лучше общаться как бы со своими же людьми, девочкой, которые общаются, как я, как будто бы тоже они с деревни. Нормально, объяснила? Громче микро? Ну, я не знаю, я, конечно, не уверена, что Дерубин за деревни, но такое ощущение складывается. Ну, исходя от меня. Ну, ладно, не важно. Сейчас. Ну, нет, я говорю, надеюсь, что мы все организуем, мы все поедем, мы все замечательно. Вот. Мне не ответила? Как не ответила? Ну, я не вижу по никам, типа, кому отвечаю конкретно. Я просто отвечаю, типа, на какие-то сообщения. Ну, либо читаю там открытые. Ну, видишь, смотри, у меня прочитано. То есть это вот какие за последний час мне написали. Вот это за последний час, где точки стоят. А остальные, я все читаю. Это вот за последний день мне написали. Вот я читаю тут. Вот, а так я вот так делаю. Делаю все запросы и вот так читаю. Вот так делаю обновить и читаю. Привет. Для тебя у меня есть реально крутой бонус. Вводи промокод GS и получай дополнительные 40% к сумме пополнения баланса. То есть, пополнив баланс на 1000 рублей, ты сможешь получить 1400, а это уже, между прочим, несколько дополнительных открытий кейсов. Сначала откроем кейс «Один дома» за 549 рублей. И нам выпадает P250 Franklin. На первый раз не повезло. Идем далее и откроем уже три кейса PS5 по 219 рублей. Уже неплохо. Мы окупились на 100 рублей. И в завершение на весь баланс откроем три новогодних кейса по 999 рублей. А Desert Eagle это уже не шутки. Также на сайте есть разные режимы, кейсы, контракты, сражения, карточки, апгрейды и колесо бонусов, которое можно крутить раз в сутки бесплатно. Да, ребята, это топ скин. Ссылка на сайт и промокод в описании. А как живется, не подрубил 192? А он сегодня подрубает же подкаст, вы же знаете. А за что ему? Где Аздару, за что? Он в армии был, отдай випку. А я думаю, что он год не заходил на стрим? Сняла, потому что он не сабался. А, ну да, да, да. Ну да, могу забрать мои права, как бы мой канал, что, блядь, я могу себе позволить. Вот ты не можешь себе позволить, потому что ты лох. Я простой бездельник, не кину тебе рейд. Ведь у меня команда, пузлатая хан. Человек, он от тебя в армии сливался, это достойное уважение. А, ну да. Слава Украине. Вы записали Вадику ролики, как вчера день провели? Да, записали. В России не будет больше. В смысле, так я в Украине живу, не понял. А сейчас что делаем? А сегодня у нас видосы. Блин, ну так хочу ролик посмотреть, где Вадя хавает у злого крабов, раков вот этих вот, лобстеров. Я так хочу этот ролик посмотреть, пиздец. Я до сих пор его не смотрела. АФК. Ой, так зафорсили вот это вот, блядь, слово АФК. Это что, модно сейчас, блядь? АФК, блядь, АФК. Нет, я не защищаюсь, мне похуй, мне поебать. Хоть называйте меня АФК, да, боевым, но я не поменяю. Я не исправлюсь. Ну как бы просто так зафорсилось. Я уже 3 года просто видосы смотрю. Типа никого вообще не трогаю. Ничего в этом такого не вижу. Как бы я горжусь этим, понимаете? Горжусь, что я смотрю видео на стриме и вообще ни о чем не парюсь, как бы. И зрители кайфуют, я кайфую. Что еще нужно от жизни? Правильно? Согласны? Согласны. Что еще нужно вообще? Блин, горжусь. Челы зажрались просто. Да знаешь, вот это вот, начинают писать везде вот это вот. Макс Палова с ДР. Уже это им не нравится. Блять. Уже не нравится то, что Макса Павлова с днем рождения поздравили. Пиздец, представляете? В комментариях пишут, вот, надо уже, пора удалять сообщение, где поздравляют Макса Павлова с ДР. Да вы что, ебанулись, что ли, вообще совсем? Что-то я много матерюсь. Вам не кажется? Что-то мне нужно поменьше. Я же девочка. Такая противная, правда.
Кажется? Не, мне кажется, я такая быдлянка, знаешь, сижу такая, ноздри надула. Как этот? Во сколько? Сколько у мамы в сумке будет после завтрашнего стрима? Ровно столько, сколько я потратила в этом месяце, посчитай. Да. Учитывая день рождения, учитывая перелет. Короче, компенсируется перелет и день рождения. Вот. Бигнос врубил. Что Бигнос врубил? Он подрубит сегодня. И вот нихуевой крыши. Да. Единцов, привет, я вернулся на Твич. Ты настолько похорошела, что лучше Ренен. Ой, хватит сравнивать. Ужасно. Я никогда не любила, когда меня с кем-то сравнивают, даже если в плохую сторону. Знаешь, типа говорят то, что, например, ой, Генсуха хуже, чем Аринян. Я смотрю Аринян, Аринян лучше. Или, например, просто Генсуха лучше, чем Аринян. И никогда этого не понимала. Типа, смысл вообще сравнивать? Мы разные люди, разные. У нас разный контент, разные шутки, разный юмор, разная жизнь. Все разное. Понимаете, разная аудитория. Как вообще можно сравнивать? Не понимаю. Ну, типа, стримерши и стримерши. Единственное, что нас связывает, это вот это название должность. Чиллаут оформляет подписку с уровнем 1. Я вижу, да. Похорошела очень ты. Ой, я смотрела свои старые видосы. Вы бы видели меня. Просто ужас какой-то. Это пиздец. Я по-другому разговариваю. Я совершенно другая. По-другому разговариваю, по-другому выгляжу. Я не понимаю, что со мной не так. Но нет, я на самом деле, это видос был типа до брекета. Типа я РСТ так вот зубы показывала. А потом был видос типа с брекетами. Но это типа для этого я так делала. Что у меня с лицом? И что сейчас? Подмыхай, что подмыха? Ну, подмыхай, подмыха, что подмыхи? Не понял. Ребят, брекеты больно? Нет, мне не больно было. У меня ровные более-менее зубы были. Какая SteelSeries мышка салатовая, классная? Нет, SteelSeries вот. Она у меня как... ну, вот это запасная, чтобы вы понимали. Вот, она у меня просто на зарядке, видите, стоит. Вот, поэтому как бы... мышка. А это как бы, ну, на запаске. Наташ, привет, ты можешь показать свои любимые очки и сказать их название? Ой, кстати, очень любила очки раньше. Я все потеряла. Я не знаю, когда начала переезжать в Киев, я все очки свои потеряла. Я не знаю, где они просто. Знаете, какая самая главная новость? Я проехала по Киеву 30 километров по городу и не въебалась. Охуеть? Я была такой наглой, вообще никого не пропускала, представляете? Меня вот так вот зажимали, охуеть! И мне там сигналили, я такая, нет, я не пропущу, я пока не хочу пропускать. А в метро? Нет. В машине, вот. Блин, Мерседес самая лучшая машина в мире, когда есть экстренное торможение. Не, я, конечно же, им не воспользовалась, просто так говорю. На пассажирном сидела? Да нет, на водительском. Я твоя фанатка, передай мне привет, меня зовут... Ужасное имя и фамилия. Блять, чтобы вы понимали, я стримила года два, наверное, назад, стримила с папой, искала нарезку, писала, типа, Генсуха стримит с папой, Генсуха с папой, блять, и там везде Вадя, я не понимаю, что, почему, если он батя, он не папа, он, блять, должны писать теги батя, как, YouTube же не понимает, в чем различие бати и папы, но, видимо, блять, понимает, у меня просто везде вот эти рекомендации, где Генсуха с Авелоном, Суха, блять, Авелон, а с папой нарезку я найти не могу. Генсух, у нас одна фамилия, заметил.